Всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Family Food. Сегодня с вами Оливье и Яна, и борщ с пирожками. Я приготовила борщ. Почему я так низко сижу? Потому что подушка упала. Готовила сегодня борщ. Не борщ, а свекольник. Это когда добавляется только свекла. Я себе вот тарелку чуть-чуть перелила. Прям переборщила, реально, переборщила борщом. Сметана на говядину, еще такая косточка. Надо, чтобы не попало сюда. И нажарила пирожков. Мы сегодня без Артема, потому что с борщом было бы всем неудобно. Мы решили только с Авигей, но Артем, он тоже ест. Не переживайте. Да, кисловато немножко. Ага. Потому что уксусы в Германии, я брала один уксус, а здесь уксус другой. Но здесь как бы уксус походу. Потому что там слабый был уксус. А, блин, знаете, готовишь все по-разному. Потому что отличаются пирожочки горячие. Вот только-только их пожарила, они прям очень горячие. Это же вот тесто замешивала на пирожке. И вот дрожжи, даже запах у дрожжей другой. И тесто по ощущению, ну, какое-то такое другое получается. Видите, где спал? Мама говорит, так горячее, тогда я ему знаю часов только. Прям горячуще. А кусачки не знаю, как будто. Какой же, да? Сабуров говорил, сало с прической. Я тоже не люблю, когда вот он, эти волосы торчат, ужас. А Евгений не зубок, а ей... Давай я себе сразу поломаю вот с центром. Они еще не полежавшие, но еще хрустящие, слышите? Сама картошка. Половинку еще там горячий. Так, ты расскажи, где мы вчера были, что там было. Мы потеряли, мы не... Ой, приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Это в конце. Забыла. Мы не нашли зонт. Ну, мы уже все, короче, отпустили эту ситуацию. О, горячий пирожок. Горячий. Угу. Я уже сахар добавила. Знаете, получилось как будто с квашеной капустой, но ее здесь нет. Можете если еще сахар добавить. Ну, вкусно. Ты чё? Mm.
Еще эту норю купила. Расскажи, что в шару было. Мы сходили в Экспо. Я увидела знаменитость. Мы зашли в кофейню. Сидим, никого не ждем. Я потом такая, ну так, поворачиваюсь. Смотрю, за соседним столиком сидит актер. Я Артему говорю, по-моему, это он. Я давай гуглить. Он не он. Ну, вроде он. Я Артему говорю, подойди, я стесняюсь. Скажи. Жена моя это хочет с вами сфотографироваться, можно? Ну, если это он. Это он. Но он сказал, что он не любит фотографироваться. Отказал мне. Это, короче, Ильяс Аскаров. Аскаров или Аскеров? Нет, Аскеров мой одноклассник. Или Аскар Ильясов. По-моему, Аскар Ильясов. Я вообще... А не Ильяс Аскаров. Да. Короче, где он играл? Кто смотрел «Нулевой пациент»? Вообще, он российский актер. Ну, он как бы казах. Он родился в Казахстане. Но он учился в России. В Москве. Ну, естественно, там... Все вот эти вот кино, как это, картины, они у него российские. Но он вот вернулся как бы в Казахстан, но все равно там снимается. Ну, и в казахских снимается, там снимается. И вот он «Нулевой пациент», кто смотрел, вот он был там врачом, вот этот парень казах. И сейчас новый выходит «Golden Lada», или «Golden Lada», «Lada Gold», господи, что сегодня слова путаю. Новый сериал с Прилучным. Там тоже такой состав, как бы нормально. И вот он тоже сам играет. Ну, то есть для молодого актёра. Сама мне говорила, простили подружку и сама запачкала ее. А для молодого актера, мне кажется, ну, у него такие роли, вот считайте, в «Нулевом пациенте» он сыграл, но он сыграл как бы главную роль, да, грубо говоря, то есть он, ну, там не было прям сильно отдельно главных ролей, как бы были основные эти актеры, ну, основные персонажи данного сериала, и как бы было их там несколько человек, и вот он был один из них, да, один из основных. Что мы в Экспо делали? А я думаю, это лучше тебе рассказать. Потому что там интереснее всего было в Игее. Там были роботы. С которыми можно разговаривать. Ага. Еще там были актеры. То есть представления. Угу. Там шарики. Да, было прикольно. Там еще пружина. Там скрутилось, как солнце. Угу. Ну, мы удачно на это кинетическое шоу попали. Ага. Там оно буквально, как 5 минут. 10. Мы зашли в лифт.
мы знали, ну, как подняться, как выбрать этаж. Мы думали, что заходишь в лифт, и там выбираешь этаж. Да, тупо нуля. И мы поехали на самый верх. Оказывается, когда ты заходишь, надо этаж выбрать уже... Перед тем ты заходишь. Да, там есть кнопка вызова. А мы зашли вместе, там уже кто-то вызвал, и мы вместе с ними зашли и думали, ну сейчас внутри лифта нажмем на второй этаж, куда нам надо. А мы вошли в лифт и понимаем, что ну, нету цифр. И мы такие не поняли, а как он едет? Ну, может быть, автоматически на второй, на третий, на каждом этаже или что. В итоге мы на самый высокий этаж уехали, а потом вышли и смотрим, что когда ты заходишь в лифт, ты должен нажать кнопку, куда ты поедешь. Ну, то есть вошел и там уже едешь, и все. Я так поняла, что если, например, ты нажмешь последовательность, да? Ну, то есть, например, за раз, там, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то он везде будет останавливаться. Ну, то есть это не одна поездка. Типа, нас зашло 7 человек, каждый нажал свой этаж, а он будет ехать по всем этажам. Там еще прикольно, остаешь, там животное. Говорит, выбирай язык, потом говорит там, что давай вырастем растение, вот ты выбираешь. Угу. И потом мы там выращиваем, его надо спасать от дождя, от ветра. А если не смог спасти, тогда оно погибает, его надо заново выращивать. Ну, интерактива для детей много. Когда мы играем, надо наступать на пол, я не поняла, куда. Туда, сюда. Салфетки чуть-чуть. Ждем вас на следующем банке. Надеюсь, у вас тоже было вкусно. До новых встреч, пока. Oh.